Утро 10 января для женщины-автолюбителя началось далеко не с кофе. Как рассказали очевидцы, в 7:20 водитель Opel Astra превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бордюр. В результате столкновения машина сбила столб ЛЭП, а соседняя опора упала в результате натяжения проводов. За рулем находилась молодая девушка. Она была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом правой руки. По факту случившегося проводится проверка.